Здравствуйте, меня зовут Панов Вадим Евгеньевич, и я преподаватель спецдисциплин. Хочу представить вам профессию технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Человечество становится все более мобильным, поэтому роль транспортной отрасли возрастает. Мы чаще перемещаемся на малые и большие расстояния и предъявляем все большие требования к скорости, безопасности, комфорту и экономичности этих передвижений. Интеллектуальные системы становятся неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры, как в регулировании дорожного движения, так и в управлении и устройстве транспортных средств. На дорогах скоро появятся беспилотные автомобили, более безопасные и предсказуемые, чем обычно. С учетом прогнозируемого роста количества автомобилей, высокотехнологическая умная автомобильная техника – это наше будущее. Эта профессия является и будет являться наиболее актуальной. Уже сейчас она относится к профессии наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Выпускник, освоивший профессию техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, будет знать устройство, назначение и принцип действия оборудования контрольно-измерительных инструментов и приборов, устройство, назначение и принцип работы разбираемых и собираемых агрегатов, узлов и систем автомобиля. Основные правила и приемы выполнения разборочно-сборочных, слесарных, сборочных и других работ средней сложности. Вы сможете выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов различных категорий сложности. Читать конструкторскую и технологическую документацию, выбирать способ устранения дефектов деталей, оценивать неисправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования. Как управленец вы сможете организовать работу коллектива исполнителей, планировать и организовывать производственные работы. Специальность интересная, перспективная. Приходите к нам учиться.